сейчас он очень мотивирован, заряжен. Так что зря были с обоих сторон. Такие известные слова друг друга. Так что посмотрим. Нет ничего приятнее, чем закрыть одно поражение, да? Скажем так, что стоит отметить, что вот этот бой будет за пояс. И думаю, что это добавит мотивации обоим тяжеловесам для того, чтобы провести этот поединок ярко и незабываемо для наших казахстанских, для казахстанских болельщиков. Я прискретно Хантураевтың осыған дейінгі кездесулерін тамашаладық, көрдік. Жалпы көпшілікте білетін шығар, осындай ауыр салмағына қарамастан аяқпен жақсы жұмыс істейді та Хантураев. Соққылары жалпы аяқпен айналып, я қимылдары өте жақсы. Мысалы, көбіне ауыр салмақтағылар бір қалыпты, бір темпті ғана кездесу өткізеді ғой. Хантураевтың бір ерекшелігі жаңағы түрлі комбинациялар қолдана біледі, жаңағы қолмен де аяқпен. Бірақ бұрынғыдай емес, кішкене салмақ қосқан сияқты Хантураев. Енді жасы да келе жатыр, жасы осы 30-та салмақ қосады ғой. Аяқпен жақсы соққы жасады, иә. Гарбенкада сол әдісті қайталауға тырысты, бірақ жетпеді. Большие мужчины сейчас находятся в клетке, не поспоришь, что более 100 килог, более 200 килограммов на двоих. И, ну, стоит отметить, что один удар, одна ошибка, это может привести к тому, что один из бойцов просто упадет в нокаут и не встанет. Вот это хороший сейчас был тип от Мурода Хантураева. И какой бросок замечательный, но не получилось пойти в маунт и просто обрушивает град ударов он на голову Юрия Горбенко. Пытается взять армбар. Вытягивает он руку. Получается, у него и стучит Юрий Горбенко, проигрывает он в первом раунде. Мурод Хантураев забирает победу. Победу досрочным. Чемпиона. И пояс чемпиона доказывается у бойца из Узбекистана, представителя Ахмат азиатского дивизиона, правильно? Я жанагана айтып ауыз жиып үлгермедік. Мурат Хантураев шынымен де чемпионға лайық өнер көрсете білді. Вот этот момент напомнил самые великие годы Федора Емельяненко, когда, помните, вот бросками, переходя в маунты, сразу брал на рычаги, делал болевые на руки, вот. Я сразу вспомнил, сказать, да. Сказать, что Юрий Горбенко был похож на Хон Манчжоу из знаменитого.